Е равно МЦ квадрат. Эйнштейн. 1905 год. Каждый человек в мире знает гениального ученого Альберта Эйнштейна, а также его знаменитое уравнение «Е равно МЦ квадрат». Но многим ли известно, что означает эта всем известная формула? Удивительно, что, будучи самым известным ученым, чья слава затмила даже таких гениев, как Ньютон и Пастер, Эйнштейн для многих остается таинственной фигурой. В 1936 году, во время конференции, проходившей в Лондоне, Чарли Чаплин сделал остроумное замечание, когда его с Эйнштейном пригласили на сцену. Он сказал: «Они аплодируют мне, потому что понимают меня, а тебе аплодируют, потому что ты им непонятен». 1905 год. Год чудес. При совместном производстве с RNC NDP и Франс 5. Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в немецком городке Ульм. Однако больше с этим местом его ничего не связывало, поскольку уже через год после рождения сына его родители Герман и Паулина переехали в Мюнхен, где у отца был свой бизнес. С тех самых пор электрохимический завод Эйнштейна процветал в большом городе, расположенном на юге Германии. Будущее мальчика было предрешено. Отец хотел, чтобы он стал инженером, и в итоге унаследовал семейный бизнес. Эйнштейн очень поздно научился говорить, для своих лет он даже слегка отставал в развитии. В 1885 году, когда Эйнштейну было 6 лет, он подхватил болезнь, которая приковала его к постели. Именно в этот период произошло событие, которое повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Герман был очень расстроен болезнью сына, и чтобы хоть как-то его развлечь, он подарил ему компас. Маленький Альберт был зачарован этим прибором и особенно удивлен тем фактом, что магнитная стрелка всегда указывала в одном направлении, независимо от того, в какую сторону был повернут компас. Спустя годы он признавал, что тот момент был совершенно незабываемым. Значит, в окружающем пространстве существует нечто такое, что притягивает тела, а также заставляет их вращаться. Радость от этого открытия Альберта в течение всей жизни, которую он провел в поисках тайных сил и законов, лежащих в основе мироздания. Его всегда притягивал яркий солнечный свет. В конечном итоге Альберту удалось разгадать его природу. В те времена свет считался обыкновенной волной. Это положение было доказано физиками 19 века. Свет был подобен ряби, которая пробегает по поверхности воды. Звук, как и свет, представлял собой волну, периодический сигнал, который способен к распространению. Всем известно, что звук и свет распространяются по воздуху. Если выкачать из пространства весь воздух и создать вакуум, то звук в нем распространяться не будет. Однако вакуум совершенно не мешает распространяться свету. Звук, будучи волной, не распространяется в вакууме, а свет может. В этом противоречии и заключалась проблема. Физики 19 века не смогли объяснить, каким образом свет распространяется в космическом пространстве. Чтобы хоть как-то объяснить факт распространения света в космосе, физикам пришлось прибегнуть к новой гипотезе. Им казалось, что свет переносится неким нематериальным веществом под названием эфир. Эфир способствовал распространению света, играя роль особой среды, в которой свет мог путешествовать. По аналогии, вода является средой для ряби, которая распространяется по ее поверхности. Планета Земля тоже перемещается в эфире наподобие корабля, плывущего по волнам океана. Многие физики того времени соглашались с концепцией существования эфира. В 1887 году два американца, Альберт Майкельсон и Эдвард Морли, провели эксперимент, целью которого было измерить скорость, с которой свет движется в эфире.
Эксперимент основывался на законе сложения скоростей. Действие этого закона можно легко наблюдать. К примеру, представьте себе поезд, который едет со скоростью 100 км в час. В одном из вагонов, в направлении одинаковом с движением поезда, по полу катится мяч со скоростью 10 км в час. Получается, что относительно Земли мяч движется со скоростью 110 км в час. Однако, если мяч катится с той же скоростью, но в обратном направлении, то относительно Земли его скорость составляет 90 км в час. В 1887 году Майкельсон и Морли решили проверить действие закона в иной системе. Как и в случае с мячом, если луч света испускается с Земли, то, по идее, его скорость должна варьировать в зависимости от направления, в котором он устремляется. В одном случае свет будет распространяться намного быстрее, поскольку его скорость суммируется со скоростью движения Земли. В другом же случае его скорость должна вычитаться из скорости движения Земли. В то время эту разницу можно было измерить при помощи необычного устройства, изобретенного Майкельсоном, которое он назвал интерферометром. Эксперимент осуществлялся при помощи интерферометра, устройства, которое содержит полупроницаемую отражающую перегородку, разделяющую свет на два луча, идущих под углом 90 градусов друг к другу. Один луч следует в восточном либо западном направлении, а другой — в северном либо южном направлении. Один пучок света проходит путь по направлению скорости Земли при ее движении по орбите, а другой — в обратном направлении. Предполагалось, что прибор позволит зарегистрировать разницу во времени попадания лучей в детектор. Однако, ко всеобщему удивлению, данный эксперимент не давал нужных результатов. Именно такую картину наблюдали Майкельсон и Морли. В обоих направлениях скорость света оказывалась равной 300 тысячам километрам в секунду. Именитые ученые были удивлены. Свет как будто пренебрегал законами физики и, в частности, совершенно не подчинялся закону сложения скоростей. Поезд направляется в сторону Италии. Прошло 9 часов с тех пор, как он отбыл из Мюнхена. Дорога довольно длинная, и хотя Эйнштейн уже порядком к ней привык, ему все равно не терпится поскорее добраться до Милана. Альберт обожает науку с малых лет. Все путешествие он проводит за изучением научной энциклопедии и учебников по физике. Он целиком и полностью отдается чтению. Но что, спрашивается, этот 15-летний мальчик делает один в вагоне скоростного поезда, идущего по направлению Мюнхен-Милан? В свои 15 лет Эйнштейн был довольно необычным подростком. Он учился в мюнхенской школе, в которой существовала жесткая военная дисциплина. В те времена это было нормой для всех учебных заведений Германии. Однако такое положение дел Альберту совершенно не нравилось. Лучше всего он преуспевал в математике и физике, и порой задавал такие вопросы, которые выходили далеко за рамки школьной программы и были непонятны даже учителям. Эйнштейн проявлял необычные познания в этих предметах, и во многом благодаря изучению работ величайших физиков всех времен. Больше всего его интересовала тема электромагнетизма и такие личности, как, например, Максвелл или Герц. Вскоре Альберт начал значительно выделяться на фоне других учеников, и это привело к тому, что сверстники к нему охладели. В то же время, когда дело доходило до изучения предметов, которые он считал скучными, например, классических языков, где приходилось много заучивать наизусть, то учился он очень плохо. В конце концов, его отношения с учителями стали довольно напряженными. Во время урока греческого языка учитель не выдержал и крикнул: «Эйнштейн, ты никогда ничего не достигнешь». Это переполнило чашу терпения Эйнштейна, и он решил бросить школу и вернуться к своим родителям, которые на тот момент переехали в Милан. Он попросил доктора, чтобы тот снабдил его справкой, в которой значилось, что Эйнштейн страдает от нервного расстройства и что у него обнаружена затяжная депрессия. Это позволило ему бросить мюнхенскую школу, о чем он совершенно не жалел, и отправиться к родителям, которые были очень рады приезду сына. Альберт бросил школу, так ее и не закончил. Это не позволяло ему поступить в университет, хотя он признавался, что очень хотел бы стать ученым. В конце 19 века открытия в области физики света вновь противоречили теориям всех лучших физиков. На этот раз вопрос возник на стыке двух разных дисциплин. Одна занималась изучением вещества, а другая — излучения, испускаемого нагретыми телами.
Когда раскаляется металлический стержень, происходит следующее. Вначале он излучает энергию и свет, который еще не видим невооруженным глазом. Это так называемый инфракрасный свет. По мере того, как температура металла становится все выше, мы уже можем увидеть красный свет. Сперва он бордовый, а затем становится все ярче и ярче, меняет цвет на желтый и так далее, выходя за пределы спектра, регистрируемого невооруженным глазом. Теперь уже так называемое ультрафиолетовое излучение. В те времена физики еще не могли составить уравнение, которое бы описывало такое простое явление, как изменение цвета света, испускаемого телами, нагреваемыми до высоких температур. Казалось, что найти математическую формулу, которая бы описывала изменение цвета, невозможно, и поэтому физики назвали ее «загадкой абсолютно черного тела». Кто же был способен разрешить эту загадку? В тот момент Эйнштейн не был озабочен подобными вопросами. Он проводил время в итальянских деревнях, наслаждаясь плодами своей новообретенной свободы. Воссоединившись с семьей, Альберт объявил о своем твердом намерении стать профессором и окончательно бросить учебу в Германии. Его отец Герман и мать Паулина были ошеломлены. Но неприятные новости на этом не заканчивались. Итальянский завод по производству электротоваров, которым владел Герман, был близок к банкротству. Герман представлял своего сына инженером, который мог бы продолжить дело отца и возглавить компанию. От очередного решения, принятого Эйнштейном, родители были повергнуты в еще больший шок. Чтобы избежать службы в армии, он решил отказаться от своего немецкого гражданства. Молодого Альберта волновали совершенно иные проблемы. Он полностью погрузился в изучение загадочного мира физики, и ничто не могло остановить его на этом пути. Дядя Эйнштейна был ученым и помогал ему в изучении физики. Когда Альберту было всего 16 лет, он написал дяде письмо, в котором задал вопрос о распространении света. Эйнштейн спросил следующее. Что бы случилось, если бы я мог оседлать световой луч? Мог бы наблюдатель, перемещающийся со скоростью света, наблюдать свет из своего положения? Вернувшись к родителям, Эйнштейн так и не окончил школу. Очевидно, он не был приспособлен для стандартов немецкой образовательной системы. Однако это не означало, что он отказался от мечты стать ученым. Вскоре он подал заявление на поступление в политехникум в Цюрихе, который не требовал обязательного наличия аттестата о среднем образовании. Его первоначальная заявка не была принята, поскольку он был еще слишком молод. Тем не менее, экзаменационная комиссия решила, что мальчик был одаренным, и посоветовала ему обязательно повторить попытку поступления через год. В течение года он учился в школе города Арау, не прекращая готовиться к поступлению в политехникум, которое на второй раз оказалось для него удачным. Поступление в политехникум наконец-то открыло перед Альбертом двери в мир науки. Это был волшебный мир, в котором жили и совершали открытия великие ученые. В те времена лорд Кельвин, открывший градус, как единицу измерения, сделал на собрании физиков следующее заявление. Несомненно, физика держится на фундаментальных законах. Однако в ней по-прежнему имеется немало темных пятен, например, то, что обнаружили в своих опытах Майкельсон и Морли, а также загадка абсолютно черного тела. Но, уверяю, вскоре ситуация прояснится. Лорд Кельвин и не представлял, что вскоре эти два темных пятна перевернут всю физику с ног на голову. Сменив гражданство, чтобы избежать службы в немецкой армии, Альберт поступил в Цюрихский политехникум. Из 96 студентов только 5 человек, среди которых был и Альберт, мечтали о карьере профессора. Это были 4 юноши и одна девушка сербского происхождения, Милева Марич. Она была очень хорошо образована и вообще крайне умна. Однако у Милевы были проблемы со здоровьем, одной из которых была кокслагия, вызванная травмой, перенесенной в детстве, из-за которой она хромала. Родители Альберта Эйнштейна не одобрили возникших между молодыми людьми отношений. Первонаперво она казалась им слишком умной. Родители хотели видеть Альберта вместе с более покладистой девушкой, соответствующей их представлениям о домохозяйке. Однако Эйнштейн был крайне доволен отношениями с девушкой, с которой он мог легко обсуждать его любимую науку физику. Они писали друг другу очень страстные любовные письма, служившие доказательством того, что молодые были действительно
действительно влюблены друг в друга. В политехникуме интеллектуальное развитие Эйнштейна шло в полную силу. Он с огромным рвением вчитывался в работы величайших физиков и был знаком с отчетами всех проводимых экспериментов. Истинные интересы Эйнштейна лежали в области исследований. Он хотел продвинуть знания человечества на новый уровень. Он чувствовал, что в существующих теориях постоянно не хватало ответов на важные вопросы, которыми он задавался и на которые мечтал ответить. Это подвинуло Альберта к началу самостоятельной работы в области изучения электромагнетизма, раздела физики, который он обожал больше всего. С этого момента Эйнштейн начал пропускать занятия. Он хотел найти доказательства существования эфира, в пространстве которого Земля якобы могла перемещаться. В те времена было сделано много попыток доказать существование эфира, но ни один из экспериментов не выглядел достаточно убедительным. Альберт тоже захотел принять участие в исследованиях и, воспользовавшись приборами из местной лаборатории, придумал новый эксперимент. Но профессор Вебер попытался остудить его пыл, сказав: «Эйнштейн, вы великолепный студент, но у вас есть большой недостаток. Вы никогда не принимаете помощи, ни малейшей». Однако Альберта совершенно не волновало мнение профессора Вебера. Отчасти он пребывал где-то в своем собственном мире. И во всем, что касалось физики, он знал уже намного больше своих учителей. Его отношения с Милевой складывались как нельзя лучше, так, как будто они были уготованы им судьбой. По окончании 4 лет обучения в политехникуме Эйнштейн получил свою степень и вдобавок диплом с отличием. К сожалению, Милева провалила выпускные экзамены. Эйнштейн безуспешно пытался получить должность в университете. Вебер написал на него крайне отрицательную характеристику, и ему не удалось заполучить профессорский пост, о котором он так долго мечтал. Его сверстникам, чьи оценки были не столь хороши и чьи способности были куда зауряднее, повезло намного больше. Мечтой Альберта было начать свои собственные исследования. Однако, не имея должности в университете, сделать это не представлялось возможным. 14 декабря 1900 года великий немецкий физик Макс Планк разрешил загадку абсолютно черного тела. Это событие было настоящим триумфом. Его уравнение оказалось верным и прекрасно описывало свет, испускаемый телом, как функцию его температуры. Однако сам Планк вовсе не ликовал, ведь он представил свое уравнение скорее от отчаяния. Его формула противоречила волновой концепции света. До открытия того, что свет не является волной, оставался всего один короткий шаг. Впрочем, Планк отказался делать этот шаг и решил, что его вывод был следствием математической аномалии. «1901 год оказался для Эйнштейна самым неудачным годом его жизни. Все попытки найти работу не привели ни к какому успеху. Ему пришлось оставить Милеву в Цюрихе и отправиться к своей семье в Милан. Альберт собирался сообщить родителям о предстоящей свадьбе с Милевой. Как и следовало ожидать, Паулина Эйнштейн была против решения сына. Она считала, что Милева не подходила на роль жены Эйнштейна. К тому же она не была еврейкой. Альберту пришлось отказаться от своих планов. Милева провалилась на выпускных экзаменах из политехникума, и ей пришлось остаться на еще один год. Но она была беременна и поэтому бросила обучение, чтобы вернуться к семье и родить ребенка, к сожалению, вдали от Эйнштейна. Родившуюся девочку назвали Лизерль, однако нам мало что про нее известно. Неясно, то ли она умерла, то ли ее отдали на удочерение. Несмотря на все неудачи, Альберт все еще пытался приступить к исследовательской работе. Он написал свою первую статью «Следствие из явления капиллярности» и отправил ее в журнал «Анналы физики», самое популярное научное издание того времени. Новость о принятии статьи к публикации невероятно его обрадовала. Капиллярный эффект, о котором писал Эйнштейн, проявляется при погружении конца тонкой трубки в жидкость. При этом можно наблюдать заметный подъем уровня воды вверх по трубке. Одно и то же явление отвечает и за подъем растительного сока вверх по стеблю, и за образование менисков стеклянной трубки. В 1901 году Эйнштейна очень заинтересовал капиллярный эффект, который проявляется в поднятии воды или другой жидкости вверх по сосуду. Когда
вода соприкасается с его стенками, то в центре происходит возникновение менисков. Вопрос в том, почему это происходит. Сам факт поднятия можно объяснить наличием силы, поднимающей воду наверх. Иначе бы она просто не могла подняться. Все времена химики еще отвергали существование молекул, считая, что оно может быть гипотетическим. Они не воспринимали молекулы всерьез, а потому не относили их к области науки. Однако Эйнштейн все же решился на смелый шаг, нарушив тем самым традиционные представления физики. Он предположил, что в жидкости имеются совсем крохотные шарики, молекулы, и что под действием некой силы эти шарики могут притягиваться друг к другу. В результате первые шарики притягиваются стеклом, затем они притягивают соседние шарики и так далее по цепочке. В конце концов, воздействие первоначальной силы должно ослабляться. Но говорить о том, что молекулы притягивают друг друга, это слишком не по-научному и больше походит на лирику. Как говорил Галилео, универсальным языком науки является математика. Эйнштейну требовалось произвести определенные измерения, но поскольку у него не было доступа к лаборатории, то судьба не оставляла Альберту иного выбора, кроме как заняться теоретической физикой или, иными словами, расчетами. Вскоре Альберту удается установить принцип действия закона капиллярности. Позже полученные в ходе исследования расчеты легли в основу написания его первой научной статьи. К сожалению, публикация этой статьи не помогла Альберту найти работу, и он по-прежнему оставался безработным. 11 декабря он, как обычно, читал местную швейцарскую газету и обнаружил в ней объявление о наличии вакансии технического эксперта второго класса в Бернском патентном бюро. Эйнштейн подал заявление и вскоре был приглашен на собеседование, которое продлилось несколько часов. В результате директор бюро назначил его экспертом третьего класса. Спустя несколько месяцев, в июне 1902 года, он приступил к работе. В 1902 году Эйнштейн был назначен техническим экспертом третьего класса в патентном бюро города Берн. На этой должности у него оставалось достаточно свободного времени, которое он мог посвятить своей драгоценной исследовательской работе. В основное время он мог заниматься всем, что касается прикладной науки, а в оставшееся время — фундаментальной. Время, проведенное Эйнштейном в Федеральном патентном ведомстве, оказалось для него невероятно продуктивным. Он хорошо ладил с коллегами и с директором, а его знания в области электромагнетизма ценились весьма высоко. Именно в этот период жизни Альберта все те идеи, которые он вынашивал в себе с самого детства, были наконец-то кристаллизованы и тщательно обдуманы. Все это вылилось в революцию в научном мире, которую он произвел в 1905 году. Позже он скажет, что получение должности в Федеральном патентном бюро было для него громадной удачей. В конце 1902 года умер отец Эйнштейна, оставив сына главой семьи. Альберт снял квартиру на последнем этаже дома и пригласил Милеву остаться с ним жить. 1902 год был годом, когда Филипп фон Ленарт заново изучил фотоэлектрический эффект, открытый Герцем в 1887 году. Этот эффект широко используется в наши дни в работе солнечных батарей. Фотоэлектрический эффект, открытый Герцем, заключается в следующем. Когда металлическая поверхность освещается светом, она приобретает способность испускать электроны, и перемещение зарядов вызывает электрический ток. В те времена термин «электрон» еще не существовал, но Герц подметил, что возникновение тока зависит от интенсивности падающего света. В 1902 году Филипп фон Ленарт значительно продвинулся в понимании этого процесса. Он обнаружил, что при освещении красным светом ток не возникал вообще. В то время как освещение голубым светом приводило к фотоэлектрическому эффекту и возникновению электрического тока. Результат оказался парадоксальным, ведь если отталкиваться от волновой концепции света, то никакой существенной разницы между последствиями воздействия красного или голубого света быть не должно. Однако, независимо от того, воздействию какого типа красного света подвергался металл, даже если это была инфракрасная лампа, намного более мощная, чем лампа голубого света, возникновение тока все равно не происходило. Красный свет не вызывал испускания электронов металлом. Эти наблюдения вызвали большое удивление. В начале 20 века природа света становилась все более противоречивой. В 1840 году Максвелл определил свет как волну, однако открываемые новые свойства света все меньше говорили в пользу его волновой природы. Необходимость пересмотрения природы света казалась неизбежной, однако кто из представителей научного сообщества мог осмелиться всерьез затронуть этот вопрос? Никто. Все боялись. Только Эйнштейн решил воспользоваться этой уникальной возможностью. К
Вопреки мнению своей матери, в начале 1903 года Эйнштейн все же женился на Милеве. Свадьба происходила в очень скромной обстановке, на ней присутствовало всего два свидетеля. В день своей свадьбы, обуреваемый сильными эмоциями жених, даже умудрился забыть ключи от квартиры. Наконец-то Эйнштейн получил возможность приглашать друзей в свой собственный дом, и вместе они могли с упоением решать любые проблемы, касающиеся мира физики. Его самым верным другом был выпускник политехникума Марсель Гроссман. Будучи замечательным математиком, он прекрасно дополнял Альберта, который не был столь силен в этой области знания. Еще одним частым гостем в доме Эйнштейна был философ Морис Соловин. Их дискуссии, несомненно, нравились Эйнштейну, чья интуиция всегда опиралась на метафизику. Третьим лучшим другом был итальянский инженер Мишель Бессо. Он закончил политехникум на 5 лет раньше Эйнштейна, с отличными выпускными оценками. Собираясь вместе, они вели бесконечные разговоры, обсуждая актуальные вопросы физики. С тех пор, как Милева провалила выпускные экзамены из политехникума, физика перестала быть для нее излюбленной темой обсуждения. Теперь она была простой домохозяйкой, и ее заботили совсем иные проблемы, например, приближающиеся роды. Четвертым другом Эйнштейна был Конрад Хабешт, выпускник Мюнхенского колледжа. Они постоянно вели дискуссии. Они выпивали и радовались общению друг с другом. Встречи происходили в непринужденной обстановке и не были похожи на общение серьезных ученых. На самом деле эти люди не считались мнением консервативного научного сообщества. Они смеялись над теми, кто их отверг, и пытались придумать нечто куда более интересное, чем то, что могло ожидать их в университете. Все члены научного кружка, включая Эйнштейна, читали много книг, написанных ведущими физиками и философами. Альберт говорил, что чтение работ великих мыслителей поможет ему найти решение. Особенное внимание Альберт уделял книгам Эрнста Маха, великого физика, математика и философа конца XIX века, который провел критический анализ ньютоновских понятий массы и абсолютного пространства. Именно благодаря этой и другим его книгам Эйнштейн начал задаваться вопросами в тех областях, где физики его времени давно перестали искать истину. Для Эйнштейна 1904 год стал переломным. В 1904 году родился крошка Ганс Альберт. Эйнштейн часто вывозил малыша на прогулку. Скромный сотрудник патентного бюро не мог позволить себе нанять няню. Во время прогулок он старался посвятить все свободные минуты работе и часто останавливался, чтобы достать записную книжку и внести изменения в свои расчеты. Он твердо решил закончить свою диссертацию к концу года. Еще одним знаменательным событием года стало устройство его друга Мишеля Бессо на работу в отдел охраны интеллектуальной собственности. Для Альберта это был очередной подарок судьбы. Бессо был необычайно важен для Эйнштейна, который называл друга интеллектуальным катализатором Европы. Другими словами, Эйнштейн использовал Бессо так же, как игрок в теннис использует стену для отрабатывания своих ударов. Он проверял на Бессо все свои идеи и гипотезы, касающиеся тех или иных областей физики. Бессо был единственным человеком, которому он выразил благодарность в своих статьях 1905 года, особенно в той, что посвящена теории относительности. 1905 год. На подходе была революция. В самом начале года в университете Тюриха Эйнштейн защитил свою докторскую диссертацию. Она называлась «Новое определение размеров молекул». Парадоксально, но именно во время исследования природы света Эйнштейн разрешил одну из важнейших загадок физики, касающуюся броуновского движения, явление, описанного Робертом Броуном в 1827 году. В 19 веке ботаник Роберт Броун вел наблюдения за природой. Однажды он обнаружил камень, внутри которого оказалась каверна, заполненная водой.
Кроме того, в воде содержалось некоторое количество цветочной пыльцы. На первый взгляд в находке не было ничего необычного, не считая того, что частички пыльцы находились в движении. Это было удивительно, учитывая то, что, скорее всего, они пребывали в камне на протяжении многих лет. Я бы даже сказал не просто лет, а миллионов лет. Ничто не может жить так долго. И пыльца тоже давно была мертва. Но спрашивается, почему же она движется? Хаотичное движение назвали броуновским. Капля краски падает в воду. Понемногу краска равномерно распределяется в воде благодаря постоянному движению ее частиц. Это и есть броуновское движение. На протяжении более 80 лет ни один физик не смог раскрыть его секрет. В принципе, броуновское движение не очень интересовало Эйнштейна. Однако в 1900 году, в процессе работы над теорией капиллярности, к нему пришла идея о возможном существовании молекул. В стакане воды молекулы должны были вести себя так же, как бильярдные шары, сталкивающиеся друг с другом во всевозможных направлениях. Аналогичная идея была подхвачена Больманом для описания движения частиц газа. Эйнштейн спросил себя, нельзя ли было применить ее в отношении жидкости. Теперь представьте, что в воде плавает мельчайшая частичка пыльцы. Молекулы воды будут все время с ней сталкиваться. Соударяясь то между собой, то с пыльцой, они совершают зигзагообразное движение. Движение по зигзагообразной траектории и является броуновским. Вычисления, проведенные Эйнштейном, помогли ему описать это движение и, как следствие, оценить размер молекул. Это был настоящий прорыв физики. Впервые в истории человечества можно было говорить о реальном существовании молекул. Теперь можно было вычислить их размеры. Весной 1905 года Эйнштейн решил изложить свои тезисы, касающиеся определения размера молекул, а также подготовил еще одну статью, рассчитывая на публикацию в журнале «Анналы физики». На этот раз он сконцентрировал все свое внимание на свете. В начале 20 века все физики были убеждены в том, что свет является волной. Их уверенность основывалась на том факте, что свет способен интерферировать. Мелкие волны на поверхности воды способны приходить во взаимодействие и образовывать как более крупные волны, так и отрицательные волны. Казалось, что свет способен был делать то же самое. Это было настоящим открытием. Статья Эйнштейна про свет называлась «Об одной эвристической точке зрения на возникновение и превращение света». На более понятном языке это звучало бы как «осмысление проблемы возникновения и превращения света». Наконец-то Эйнштейн положил конец восприятию света как волны и предложил альтернативный подход, который он назвал эвристическим. Он предположил, что свет состоит из элементарных частиц, которые в то время назывались квантами, а сейчас их называют фотонами. Подход Эйнштейна был поистине революционным, поскольку он предложил совершенно новую концепцию. Существует огромная разница между рассмотрением света в качестве обыкновенной волны и чего-то такого, что состоит из элементарных частиц, фотонов или квантов, как их называли в те времена. По словам Эйнштейна, теорию, которую он описал в «Аналах физики», можно было доказать с помощью фотоэлектрического эффекта. Эйнштейн объяснял фотоэлектрический эффект следующим образом. Частички света, входящие в состав голубого света, несут достаточной энергии для того, чтобы возбудить атомы металла. Это приводит к возникновению электрического тока, а также к испусканию электронов. Однако частички света, входящие в состав красного света, имеют недостаточно высокий энергетический уровень. Они не способны возбудить атомы металла и, соответственно, привести к испусканию электронов. В этом и заключался фотоэлектрический эффект, который Эйнштейн описал в своей изумительной статье, опубликованной в 1905 году. Эйнштейн вовсе не перепутал слова, когда заявил следующее. Чтобы понять фотоэлектрический эффект, необходимо отстраниться от прежнего понимания света. Я знаю, что делаю нечто немыслимое, но просто не вижу никакой иной альтернативы.
Но Эйнштейн не был удовлетворен тем, что перевернул физику с ног на голову. Он сделал еще один смелый шаг вперед и окончательно привел всех в ошеломление. По словам Эйнштейна, когда в 1900 году Макс Планк обнародовал свои уравнения, он не принял во внимание физическую реальность. К тому моменту уже все указывало на истинную природу света, однако Планк оказался не готов сделать последний решительный шаг. Макс Планк был ученым с мировым именем и являлся главным редактором журнала «Анналы физики». Узнав о статье, в которой раскрывалась истинная природа света, он имел полное право внести в нее определенные изменения или даже полностью запретить ее публикацию. Но реакция Планка была весьма положительной. Он понимал, насколько важным был вклад Эйнштейна в науку, даже несмотря на то, что это указывало на нерешительность Планка и напоминало ему о том, что этот шаг должен был сделать он сам. Все дело было в революционном духе Эйнштейна, в отсутствии жестких внутренних границ, что позволило ему стремиться туда, куда Планк ступить побоялся. Планк принял статью Эйнштейна, несмотря на то, что тот был неизвестен, не имел университетской должности и не был членом Академии наук. Сегодня его посчитали бы совершенно посторонним человеком. Но Планк понял, что аргументы Эйнштейна были достойны обсуждения, и поэтому принял статью к публикации. Допуская статью Эйнштейна к публикации, Планк брал на себя немалую ответственность. Он серьезно отнесся к теории, которая на тот момент была не более чем простой гипотезой. Этот поступок послужил началом крепкой дружбы между двумя людьми, которая продолжалась в протяжении всей их жизни. Вероятно, рассказ о столь грандиозных фундаментальных открытиях наталкивает вас на вопрос, каким образом мыслил Эйнштейн. Клод Коуэн Тануджи, лауреат Нобелевской премии по физике за 1997 год, предлагает свое объяснение. Использование слова «гений» очень даже уместно. У него были неординарные умственные способности, наделяющие его исключительными навыками абстрактного мышления и быстрого понимания. Когда он разрабатывал теорию или какую-либо другую гипотезу, он позволялся чем-то вроде мысленного эксперимента. Эти эксперименты опережают технические возможности того или иного времени. Например, во времена Эйнштейна наблюдать отдельный атом или отдельный электрон было невозможно. Однако можно было детально вообразить себе такой эксперимент в уме, а затем проанализировать его, используя научные принципы того времени. Таким образом, можно было вынести определенные предположения и проверить, какие противоречия они вызывают. Использование подобных мысленных экспериментов оказывалось крайне ценным, поскольку позволяло проверить здравомыслие тех или иных теоретических обоснований. Он пытался определить, не приводит ли его обоснование к противоречиям, и если они приводили, то Эйнштейн непременно их отвергал. Поэтому такие мысленные эксперименты помогали Эйнштейну проверить правомерность теоретических обоснований. Альберт разработал этот мысленный эксперимент и продемонстрировал на собственном опыте, насколько мощным и ценным инструментом он оказался. В мае 1905 года Эйнштейн написал письмо своему другу, Конраду Хабишту, которое начиналось следующими строками. «О чем ты только думал? Селедка ты этакая, копченый, высушенный, маринованный кусок человека, или кем ты там себя возомнил? Почему ты не прислал мне хотя бы копию своей диссертации? Взамен я обещаю выслать тебе 4 моих работы. Первая посвящена изучению природы света, она по-настоящему революционная. Вторая объясняет броуновское движение. Третье обсуждается существование и размер атомов. Четвертое доступно в виде черновика и называется «К электродинамике движущихся тел. Применение и модификация теории пространства и времени». У Эйнштейна было довольно хорошее чувство юмора, которое он любил демонстрировать в кругу своих друзей. Он написал письмо Хабишту, которое целиком пестрило шутками и довольно забавными словами, которые он использовал в адрес своего друга. Он также упомянул о том, что пишет несколько революционных статей, не стесняясь использовать это громкое слово. Он понимал, что вот-вот должно было произойти нечто важное. Эйнштейн собирался сформулировать новую теорию пространства и времени. Впервые новая теория появилась в июне 1905 года. Это была самая важная из 4 его статей. Она называлась «Специальная теория относительности».
В наши дни некоторые недоброжелатели считают, что на самом деле эта теория принадлежала французскому математику Анри Пуанкаре. В 1902 году Пуанкаре опубликовал очень важную работу под названием «Наука и гипотезы», которая объясняла, что понятие одновременности событий были очевидным, когда применялось к одной и той же точке пространства, и что оно представляет собой условное соглашение. Если же говорить о событиях, происходящих в различных точках пространства, находящихся друг от друга на определенной дистанции, то понятие одновременности нельзя воспринимать как абсолютную данность. Эта статья была тщательно проанализирована Эйнштейном и его коллегами. Пожалуй, в ней содержался наиболее важный материал из всего того, что когда-либо наталкивало Эйнштейна на нужные соображения. Вскоре была написана знаменитая июньская статья 1905 года. В статье Пуанкаре математическим языком описывалось открытие таких вещей, которые до сих пор играют очень важную роль в теории относительности. Однако стоит отметить, что Пуанкаре видел все это с точки зрения математика, а не физика. Пуанкаре никогда не задавался вопросами о том, что было ключевым элементом для теории относительности Эйнштейна, ведь речь шла о концепции времени. В 1905 году Пуанкаре имел в своем распоряжении все уравнения относительности. Разница была в том, что Эйнштейн фактически развеял миф об эфире, среде, которая должна была вибрировать, когда сквозь нее проходил свет. Он понял, что на самом деле электромагнитные волны, из которых состоит свет, распространялись в вакууме. Эйнштейн был единственным, кто понял, что специальная теория относительности была новой теорией пространства и времени. Благодаря Эйнштейну понятие эфира было вычеркнуто из физики. Он был также ответственен за полное изменение нашего понимания эксперимента Майкельсона и Морли. Эти ученые не обнаружили тех результатов, которые они надеялись увидеть, и приняли результат за отрицательный. Вместо этого Эйнштейн показал, что их эксперимент служил доказательством одного из основных постулатов, на котором строилась новая физика. Это был принцип относительности и утверждение скорости света как константы. Эйнштейн доказал, что скорость света была постоянной. Во всех направлениях, независимо от положения наблюдателя, она равнялась 300 тысячам километров в секунду. Прямым следствием из этого утверждения было то, что свет не подчиняется закону сложения скоростей. Незнание этого было основной причиной, по которой Майкельсон и Морли не могли ничего увидеть в эксперименте 1887 года. Свет в интерферометре распространялся в обоих направлениях с одинаковой скоростью. В своей специальной теории относительности Эйнштейн также революционизировал понятие времени. До Эйнштейна, с тех пор, как его описал Ньютон, время воспринималось как что-то абсолютное и универсальное. Оно было чем-то вроде сердца Вселенной, бьющегося для всех живых существ с одинаковым ритмом. Но Эйнштейну удалось показать, что существует столько вариантов времени, сколько существует различных наблюдателей. Например, представьте, что у вас имеются двое одинаковых часов. Одни остаются на Земле, а другие сначала устремляются в космос на громадной скорости, а затем возвращаются к своим часам-близнецам. Эйнштейн говорил, что вернувшиеся часы не будут показывать то же самое время, что и часы, оставшиеся на Земле. Так вот, если заменить часы на человека или другое живое существо, то на самом деле оно никогда не почувствует замедление времени. Данный момент является ключевым в теории относительности. В июне 1905 года Эйнштейн был единственным человеком, который это понимал. В 1920-х годах физик Пол Ланжевен придумал метафору, которой можно было проиллюстрировать относительность времени. Это был знаменитый парадокс близнецов. Представьте себе двух близнецов. Один отправляется в космос на огромной скорости, близкой к скорости света. Другой остается на Земле. Проходит время. Путешествие длится долго, очень долго.
Однажды брат возвращается из космоса, и вот сюрприз, он оказывается намного моложе своего брата-близнеца. В результате путешествия на очень больших скоростях время для брата, покинувшего Землю, шло медленнее, чем для того, который остался. Эта релятивистская картина того, что происходит на очень больших скоростях, приводит в замешательство, однако она является частью нашей повседневной жизни. В то время, когда Эйнштейн сделал это предсказание, доступные технологии не позволяли продемонстрировать и доказать подобный эффект. Однако современные технологии позволяют проиллюстрировать его на вполне конкретном примере. В частности, он проявляется в работе глобальной системы позиционирования, сокращенно GPS. Очень важно сделать поправку времени часов, расположенных на высоте 20 тысяч километров над поверхностью Земли, относительно времени идентичных часов, расположенных на Земле. Без этой коррекции система не позволяла бы нам точно локализовать наше местонахождение на Земле. В течение полутора минут несоответствия в данных превысили бы порог, допустимый для правильной работы системы. В 1905 году Эйнштейн написал свои 4 статьи за 6-месячный период. В августе он снова написал своему другу Конраду Хабишту. На этот раз он не стал шутливо обзываться. Вместо этого он обратился к нему за новым импульсом вдохновения. Летом 1905 года он снова написал Хабишту, указывая, что придумал нечто очень важное, а именно уравнение, связывающее энергию, массу и скорость. Впоследствии оно стало знаменитым уравнением Эйнштейна. Е равняется МЦ квадрат. Данное уравнение оказалось прямым следствием его июньской статьи, хотя в то время он этого еще не понимал. Это был вывод из теории относительности. Формула означает то, что когда тело испускает или поглощает энергию, его масса изменяется. На протяжении многих веков, а особенно после работ Лавуазье, масса воспринималась как нечто константное. Лавуазье говорил, что ничто не исчезает и ничто не возникает. Но Эйнштейн возразил, что на самом деле это было не так. Более того, вычисления Лавуазье оказались не совсем верны. Таким образом, если происходит выброс химической энергии или тепловой энергии, или какого-либо другого типа энергии, то происходит изменение массы, поскольку масса представляет собой огромное количество запасенной энергии. Так о чем же именно говорит нам уравнение E равно mc квадрат, которое впервые появилось в журнале «Анналы физики» в сентябре 1905 года. Оно означает, что энергия, выраженная в джоулях, равняется массе, выраженной в граммах, помноженной на скорость света в квадрате. В принципе, формула довольно простая. В уравнении скорость света выражена в метрах в секунду, а значит, это 300 миллионов метров в секунду, помноженные на 300 миллионов метров в секунду. Получается громадное число — 9 с 18 нулями. Согласно этому уравнению, совсем небольшое количество массы способна выделить громадное количество энергии. Но где можно обнаружить такое количество массы? Во времена Эйнштейна это еще не было известно. Сегодня мы знаем, что такое количество энергии выделяется в ядерном реакторе, в котором атомные ядра, вещества, подвергаются распаду. В течение 20 века физики обнаружили множество случаев применения формулы E равно mc в квадрате. Некоторые из них даже научились преобразовывать массу в энергию. Речь идет о тех физиках, которые работали над созданием атомных реакторов, использующих в качестве топлива уран-235. В процессе распада на два более легких ядра осуществляется потеря массы. Продукты распада весят меньше, чем изначальное вещество. Потерянная масса преобразуется в энергию, которую мы называем атомной энергией. Обратный процесс также возможен, и он является еще более удивительным. Представьте себе систему, состоящую из двух лучей света. Например, две частицы света сталкиваются, создавая массу, создавая вещество, электроны, позитроны, даже протоны и антипротоны. Именно такие процессы ежедневно происходят в ускорителях частиц, которые находятся в Европейском центре ядерных исследований. Пожалуй, Солнце самым наилучшим образом иллюстрирует формулу E равно mc квадрат. Тот факт, что Солнце непрерывно выделяет энергию в форме света и тепла, и тот факт, что оно делает это уже на протяжении 5 миллиардов лет, и, скорее всего, будет продолжать делать то же самое еще 5 миллиардов лет, основывается на уравнении E равно mc квадрат.
Между прочим, вся его световая энергия образуется в результате процесса потери массы, идущего в центре Солнца. Тот факт, что Солнце ежедневно озаряет нас своим светом, регулярно доказывает то, что уравнение Эйнштейна верно. Наверное, вы подумаете, что все эти невероятные открытия немедленно прославили Эйнштейна и сделали его знаменитым. Однако на самом деле это не так. Несмотря на надежную поддержку Планка, физики того времени были шокированы революционными теориями Эйнштейна. Потребовалось еще 4 года, прежде чем научное сообщество окончательно их приняло. Целых 4 года молодой Альберт провел в патентном бюро города Берн. Его директора, Фридриха Хайлера, не интересовали ни световые фотоны, ни относительность, ни броуновское движение. Его интересовали только профессиональные навыки Эйнштейна, за которые он был повышен до эксперта патентного бюро 2-го класса с последующим увеличением зарплаты. Слава пришла к Эйнштейну лишь в 1909 году, когда его пригласили на мероприятие, проводимое в честь празднования 350-летия университета в Женеве. Наконец-то ему представилась возможность всколыхнуть научное сообщество и перевести физику на новый виток развития. В тот же год он наконец-то получил должность профессора в университете Цюриха, о которой он так мечтал. Он приступил к исполнению обязанностей в своей характерной манере, отвергая устаревшие методы обучения, которые практиковались в те времена.